Интересно, интересно. Это я у вас хочу спросить. Чего это она меня вызывает в школу по вашим вопросам? Ах, малые, опять что-то накосячили. Чувствую, попахивает обломом с аквапарком. Ну да. А папу вызывают сказать, какие же вы молодцы. Ярик, ну неужели каникулы наступают? Не верится. Да, Гоша, не говори. Мне уже не терпится выспаться утром. Наконец-то. Ага, и подольше телек посмотреть можно. Ой, малые, как я рад, что у вас каникулы, вы теперь целый день со мной играть будете. Ну, ты придумаешь, Федор, тоже. Что значит придумаю? Вы все время говорите, мы заняты, нам надо домашку делать, мы в школе, мы в школе. А теперь у вас каникулы, теперь вы со мной играться будете и отмажетесь. Да, Федор, конечно, мы будем с тобой играть, мы же теперь свободные. Хотелось бы как-то эти каникулы весело провести, чтобы запомнилось. И что ты хочешь предложить, Ярик? Помнишь, мы когда-то в зоопарк ездили в Польшу? Круто было. Ну да, круто было. Куда бы в этот раз упросить папу съездить? Ой, пацаны, главное, меня не забудьте взять с собой, когда поедете. А так неважно, куда поедем, главное, меня не забудьте взять. Федор, ну конечно, куда ж мы без тебя? Да-да, куда вы без меня, только со мной. О, придумал! Давай попросим его съездить в аквапарк какой-нибудь. Ну да, аквапарк. Вот это было бы круто. Тем более мы отлично заканчиваем четверть. Я думаю, папа не откажет. Ну пошли с ним, переговорим. Пошли, пошли. Папочка, у нас к тебе дело важное. Опа! И как всегда на 100 баксов, да? Ну, может и больше. Ну, не меньше точно. Вы опять про телефоны? Фу, ну, никаких телефонов, я вам сказал. Нет, папа, они не про телефоны хотят с тобой поговорить. Мы придумали, куда поедем на каникулах. Пап, ты должен соглашаться обязательно. На каникулах? Но это будет зависеть от того, как вы четверть заканчиваете на кокетце. Да все у нас будет нормально, папа. Не переживай. Итак, как мы хорошо заканчиваем, мы предлагаем папа тебе на каникулах съездить в аквапарк. Конечно же, с нами. Ну и еще с Федором Сергеевичем не забудьте сказать, вы мне обещали. И Сонечку еще возьмем. Конечно же, Федор. Как же без тебя? И без Сони. Правда, папа, правда? Вы же меня возьмете? Меня, главное, не забудьте, я уже устал всем напоминать. Ну, конечно же, возьмем и тебя, и Сонечку. И Гошу, и Ярика. Ну что, папа, поедем? О, ваша классная звонит, Тамара Андреевна. Так, подождите, точный ответ я вам дам после разговора. Алло, да, Тамара Андреевна, здравствуйте. Тамара Андреевна? Здравствуйте, конечно, могу разговаривать, да. Ага. Ага, в школу прийти? Ну хорошо, хорошо. Да, до встречи. Знаете, ребята, я вам пока ничего не обещаю. Папа, мама, что случилось? Ха! Интересно, интересно! Это я у вас хочу спросить. Чего это она меня вызывает в школу по вашим вопросам? А, пап, это, наверное, шкафчики надо там подкрутить. Она говорила. Ну так что, папа, поедем в аквапарк или нет? Нет, нет, нет. Пока я не встречусь с вашей учительницей, я вам ничего обещать не буду. Это мало ли что там вы натворили, а? Ах, малые, опять что-то накосячили. Чувствую, попахивает обломом с аквапарком. Ага, Федор Сергеевич. И мне кажется, что-то тут нечисто. Папа, так а когда ты пойдешь к ней? Тамара Андреевна сказала, в свободное время. Я как раз ничем сильно не занят. Вот и съезжу. Заодно и все расставим все точки над «и». Ярик, что-то я ничего не понял. Да вроде не было косяков. Че папу вызвали? Понятия не имею. Даже не знаю, что думать. Пацаны, что творится? Что, аквапарк наворачивается? Сонь, пошли лучше в нашу комнату поговорим. Федор, обломался наш аквапарк из-за этих двух.
Что же натворили, что ученица папу в школу вызывает? Да Соня! Ничего мы не творили, Соня. Все нормально. Ну да. А папу вызывают сказать, какие же вы молодцы. Я не знаю, чего его вызывают. Но мы реально ничего не сделали. У нас просто так ничьих родителей в школу не вызывали. Соня, а ты вместо того, чтобы издеваться, лучше скажи, что нам надо сделать, чтобы на каникулах в аквапарк поехать. Что-что? Подлизаться к папе надо нормально. И побыстрее! Федор, ты только об этих водяных горках и думаешь. Нет, что нам помочь. Это нас, Соня, жалеть надо. Это наш аквапарк из-за вашего поведения обламывается. Я уже прям купальный костюм собрал, а вы накосячили в школе. Ай, Соня, оставьте разговоры. Давай лучше поподробнее, как к папе подлизаться. Соня, расскажи ему уже, пожалуйста, секрет. Мне уже срочно хочется знать папино решение. Расскажи, как папу задобрить. Ты же знаешь... Наверное, не раз школу папу вызывала твоя классная. Федор, не знаешь, не говори. Никто моих родителей не вызывал. Ну, чтобы подлизаться к папе, ничего сложного делать не надо. Может, пиццу ему заказать? Конечно, Гоша, пиццу заказать. А лучше две закажи. Нет, Гоша, пиццу не надо. Соня, пускай заказывает. Какая разница? Мы с тобой пиццу поедим. Зачем ты ему сказала, что не надо? Говори, что надо. А хотя, Гоша, заказывай. Не помешает. Гоша, а лучше три, ну или две, насколько денег хватит. А еще бы и квартиру убрать, да, Соня? Да, квартиру убрать это тоже немаловажно. Еще посуду помыть, поутюжить, пропылесосить, пыль вытереть. Соня, а это не твои обязанности? Какая разница, чьи обязанности? Вы подумайте, папа придет от Тамары Андреевны, вы ему пиццу, чистую квартиру. Он сразу растает и забудет про все нелды. Соня, да никаких нелдов у нас нету. Зуб даю. Папе надо было это говорить, мне без разницы. Ладно, Гоша, пошли убирать квартиру. Пошли. Будешь идти назад, возьми пылесос. Хорошо. Ох, устал. Гоша, ты утюжишь? Утюжу, Ярик, еще, утюжу. А пиццу заказал? Фу, Ярик, какую еще пиццу? Мне так все это тяжело делать. Сам закажи. А какую пиццу заказывать? Прошу-то заказывать, нашу любимую. И папину тоже. Окей, только папа что-то долго нет. Я начинаю волноваться. Я тоже, Ярик. Пацаны, я вернулся! Папа, а у нас для тебя сюрприз. О, круто! А какой сюрприз? Мы всю квартиру убрали, пропылесосили и поутюжили. Квартиру поутюжили? Нет, квартиру пропылесосили, а все белье поутюжили. А сейчас еще пиццу привезут. Ого! А с чего такой сюрприз? Ну, пап, ну мы решили тебе помочь. Ну мы же тебя любим. А что там в школе? А что там в школе? Да, да, а что там в школе? А в школе все нормально, а что там в школе? Вот, вам грамоты выдали. Грамоты? Грамоты, грамоты. Вот как написано, за первое место по футболу. А чего вы так удивлены? О, круто. Так что, мы зря старались? Нет, старались вы не зря. За это поедем. Лак-лак-лак. Ребята, а вы были на канале Масики. Подписывайтесь, ставьте лайки, много-много лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Инстаграм, ссылочка в описании. Всем пока-пока.